Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас на распаковке три посылки. Сегодня у нас на распаковке три интересные посылки. Две из них это вышивки. Давайте посмотрим, какие именно эти вышивки. Вот эта вот вышивка шла по трек-номеру. Трек-номер отслеживалась и дошла очень быстро, за 17 дней. 19.05 она была отправлена. Упаковано, как всегда, все замечательно. Ножик затупился. Давайте посмотрим. Да. Пакет пустой. Все. У нас стандартный наборчик. В этот раз все хорошо, положили эту штучку, который ставит стразики, очень удобно, пинцетик, лоточек, стразы, набор страз, набор пакетиков. Вот была прошлая вышивка, там не было этого набора пакетиков, было очень неудобно. Вот сама вышивочка, вот такого вот рода она будет тоже. Все пронумеровано, номера все совпадают, вышивки получаются очень красивыми, стразы яркие, здесь опять стразы крупные. Вот набор пакетиков, вот сама вышивка. Давайте посмотрим. Такая вот. Видно, здесь тоже номера стоят. Вот. Это вот первая вышивка. И давайте сейчас посмотрим вторую вышивку. Вторая. Что по посылочке? Посылка шла 42 дня, трек номер не отслеживался. И что самое интересное, не наклеена рашка. Рашка — это вот такая вот наклейка, которую клеют на посылке. Когда прилетают сюда в Россию, наклеивают вот эту рашку, и по ней она уже в России следится. Но здесь вообще этой наклейки нету, этой рашки, непонятно, как она вообще дошла. Значит, здесь упаковано в отдельный пакетик вот такой вот, бумажный. Открываем его. Это еще одни павлины. Павлины вот такие. Это, значит, она не цельная, а будут сразу клеиться только на павлинчиков. Да, красиво, красиво. Давайте посмотрим, что у нас здесь в наборе. Немножко другие стразики. Давайте попробуем. Так, вот. Вот такие вот круглые блестящие стразы. Вот такие круглые блестящие стразы намного интереснее клеятся. Так, вообще круглые стразы интереснее клеятся, чем квадратные. Квадратные сложнее подгонять, дольше они мучаются. И вот такой вот лоточек. Значит, все. Это вот у нас вторая вышивка. Все. Это вот была вторая вышивка. А теперь самое интересное. Такая посылочка с рашечкой. Шла 18 дней. Трек номер не отслеживался. Опять клеено. Что такое? И уже какая посылка попадает склеена? Может, на таможне их проверяют или как-то. О! Это пришел плеер. Давайте посмотрим комплектность этого плеера. Значит, плеер
наушники и USB зарядочка. Точнее, даже не зарядочка, а просто шнур USB-шный. Вот сампл-плеер. Сампл-плеер и вот мануальчик. Мануальчик идет на английском языке. Мануал идет на английском языке. И вот сампл-плеер. Ну что ж. Даже уже переключен на русский. Очень интересно. Вот такой вот плеер. Обзорчик на этот плеер я вам покажу в ближайшем видео. Покажу в ближайшем видео обзор на этот плеер. Ну так что вот сегодня все, наверное, со распаковками. Прощаюсь с вами. До новых встреч. В следующих видео, в ближайшем видео будет обзор на этот плеер. Ну а пока все. Пока.